Всем привет, друзья. Едем на рыбалочку. На улице минус 27. Барина оделись. Потеплее. Сейчас поедем. Будем ставить желец. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Друзья, поставили. Сценарий повторяется, как в тот раз поставили, но тогда была одна минута сразу поклевочка. Вот здесь, получается, поставили, и вон ту желицу ставлю, здесь работочка. Но размотка была вот 3-4 оборота и остановилась, все. Не крутит. Ну, сейчас будем пробовать, чтобы больше 2 минут стоит. Будем пробовать. О! Первая щучка. Сценарий повторяется, как в тот раз. Но, правда, здесь помельче. Так, экстрактора у нас нету. Блин, как в тот раз. Я Расул всегда говорил, да, помнишь здесь? Это наше место. Ага. Здесь мы всегда вот так ловим. Но, правда, раньше здесь нормальные экземпляры попадались. Поболее. Расул, давай, выключай. Лед толстый уже, капец. Больше 70 сантиметров. Сегодня рано утром приехали. В тот раз мужики бурили буром. Давали, блин, попросили. Ножи захерачили. Поставил старые ножи, нифига не бурит. Пришлось собраться, поехать домой. Сидел напильником, блин, подточил. Бурит более-менее. Но все равно не то, тяжеловато. Теперь я ее не вытащу. Так, Расул, как ее засыпать будем? Наверное, оставим так, да, Расул? Засыпать. Давай. Или вот так? Не, вот так можно поставить. Все. Можно засыпать, да? Все, выключай сейчас. Последний уже. Уже вечереет. Да, сейчас попробуем. Посидим плотвичку половим. Да, Расул? Угу. Надо половить плотвичку. Подлещика. Тоже интересно. Так, 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 так. Кан надо будет сейчас машину поставить, она уже подмерзает. На улице
25 градусов мороза. Потеплело. А так утром было еще холоднее. Вот. Ах, блин, хаос прилипает к рукам. Сейчас поставим жерличку. Ага. Кто ее собирал? Неправильно. Лунки сразу снегом засыпаем. Замерзала, не подмерзала. Завтра с утра зато поменьше будем отдалбливать. Я чувствую, мы завтра намучаемся, да, Расул? А сегодня у нас только пока одна щучка. Ну уже, да? Самое главное, процесс идет. Так, блин, перчатку одеть надо. Флажок, блин, прикинь, флажок к рукам прилипает. Не холодно, просто к рукам прилипает. Да, здесь глубже. Здесь должно быть метра 2,5-3, наверное. Там, где мы ставили, все мельче, все мелко. На мели поставили. О, живчик бегает. Не поверите, живец у меня, получается, мешочки. Как с магазина купил. Мешочки сутки продержался. Арсенал у рыбака. Огромное спасибо, мужики выручили. Позвонил, но я не могу туда попасть. Они мне спустили, короче, мешочки, воздух набрали с кислородом и вниз спустили. Я сидел в машине, ждал. Ребятам спасибо. Ну все, мы поставили 10 желез. Самое первое, как обычно, поставили, сразу сработало. И все, сейчас тишина. Весело, да? Все, Расул, выключай. Сработочка. Прямо на глазах. До этого слышал. Катушка крутит, а этот. Флажок не срабатывает. А я слышу, что катушка крутит где-то. И тут дернула, она сработала. Так. О, крутит. Это что, мы? Сколько минут прошло здесь? 15 минут прошло, да, как мы его поставили? Смотри, его размотало много уже. Оба. Коляска неустойчивая. Что-то размотало ее порядком. Так. Ну что, лови щука. Большая и маленькая. Если что. О, блин. Прям сорта содрал. Блин. Прям, блин. Ладно. Надо было еще чуть-чуть подождать. Расул, выключай. Сходи за живцом. И снова я на рыбалочке на селите. Приехали, рыбачим. Вот, как видите, вечереет. Утром приезжали, короче, раз мужики брали бур. Ножи запороли. Утром приехали, поменял старые ножи, поставил. Ни одной лунки не смог пробурить. Пришлось уехать домой. Сидел дома напильником, подточил. Нормально, короче. Сейчас потихонечку рыбачим, сидим. Есть плотвичка. Я даже не насаживаю там полмалинки. Пока клюет. Ай-яй-яй-яй-яй. Зацепил. Сейчас еще
Полчасика посидим, наверное, и домой, да, Расул? Да. Акель. Вижу, что сейчас мы, да? Вон дурсен палку чек был. Камера жазыватыр ма? Камера жазыватқан жоқ, я? Нан қарағандай плата түсті. А, какая платвичка здоровая. На сегодня хватит, мы сегодня сейчас собираться будем. Все, жерлицы на ночь оставляем. Да, сегодня день не задался. Кто знает, если мы с утра еще рыбачили, сколько мы щук взяли бы. Ну, по крайней мере, поклевочки были бы. Какая плотва!